Привет, я Сергей Михеев, бренд-шеф Академии Суши Тамаки. И сегодня мы приготовим сочный и вкусный бургер, используя соусы спайси и чили ананас. Для начала подготовим фарш. Солим, перчим и тщательно вымешиваем. Чтобы котлеты получились сочные, фарш нужно тщательно выбить. Формируем котлету диаметром примерно 10-12 см и толщиной примерно ладони. Когда наша котлетка обжарилась, примерно за 30 секунд до готовности сверху кладем сыр и накрываем крышкой, чтобы он расплавился. Подготовим булочки. Чтобы они не размокали от соуса, обжарим их на месте разреза на сухой сковороде до румяной корочки. Чтобы корочка на разрезе образовалась равномерно, немножко прокручивайте ваши булки на сковороде. Красный лук нарезаем кольцами. Также колечками нарезаем томаты. Соберем наш бургер. На нижнюю булочку наносим соус чили с ананасом. Котлеты выкладываем сразу на булочку. Выкладываем салатный лист. Поверх выкладываем маринованный огурчик. Колечки красного лука. Кольца томатов. Верхнюю булочку смазываем соусом спайси и накрываем наш бургер. Лучший рецепт начинается с Тамаки.